космические методы, которые нацелены уже на изучение детального изучения таких оболочек, как океаны, атмосфера, ну и, собственно, изучение фигуры и физической поверхности Земли, опять-таки здесь. Ну а я как раз остановлюсь именно на пятом пункте более подробно, поскольку эти методы, астрономические методы, использовались для изучения Земли путем наблюдения звезд, Луны, сейчас квазаров, ну и также остановились на нескольких космических проектах, которые нацелены на изучение формы Земли. Ну, первое. Это положение нашей Земли, достаточно уникальное, в связи с тем, что мы расположены в поясе, где относительно комфортные для нашей жизни условия, не так жарко, как на Венере, не так холодно и сухо, как на Марсе, но плюс еще уникальность этой системы, то, что материнская планета Земля и связанная с ней Луна представляет уникальную систему по соотношению размеров, масс, и именно Луна более, даже большей части, чем Солнце, определяет ряд параметров, которые нам необходимо знать для решения ряда задач, в том числе, как я говорил на предыдущей лекции, навигационные задачи. Что касается строения Земли, так, ну ладно, не видно, что написано, но скажу двумя словами. Современным понятием у Земли есть твердое внутреннее ядро, которое окружено жидким, вязким расплавом, в котором, собственно, генерируется течение, которые, в свою очередь, определяют магнитное поле и, в том числе, определяют и в дальнейшем тектонику плит, но чуть-чуть позже скажу. Далее имеется промежуточный вязкий слой между на границе жидкого ядра и мантии. По современным понятиям, где представляет собой вязко упругое тело, иными словами, это текучий материал типа стекла и с похожими характеристиками по вязкости, твердости, упругости и так далее. И, наконец, самая внешняя оболочка, очень тонкая оболочка, это кора Земли, на которой, собственно, располагаются материки, что-то в виде айсбергов, большая часть, как вы знаете, покрыта водой и океанами. Ну и, наконец, самая внешняя оболочка – атмосфера, которая также в астрономических расчетах при учете всевозможных эффектов, связанных с вращением, динамикой оси в пространстве, также учитывается. Ну и здесь расписано на картинке отдельно строение по глубине, начиная от нуля до центра Земли. Ну и нас интересует дальше, собственно, распределение плотности, которое формально получается, исходя из двух измеримых параметров. То, что мы можем точно померить на основе методов, это масса Земли, которая нам точно известна, и моменты инерции Земли, поскольку это и то, и другое есть интеграл от распределения плотности, то реально мы можем подогнать вот это самое распределение плотности, изменение плотности с глубиной, с тем, чтобы финальный результат совпал с теми измерениями величины. Ну и это важно, поскольку, как я уже сказал, дальше будет учитываться при разработке моделей Земли более точных на основе, как я сказал, вот вычислений интегралов, ну и, конечно, параметры с глубиной определяются на основе геофизики и сейсмики. Ну, дальше
Несколько слов о коре. Как видите, средняя плотность примерно 2,9 коры, что принципиально важно. Дальше. Поскольку материки и связанные изолические плиты, на которые тут разбита земля, и, соответственно, вот эти вот стрелки, движение этих материков и плит, оно определяется как раз движениями в жидком ядре и поднятием масс, легких масс по сравнению с окружающими массами в ядре, в жидком ядре и дальше через вязкую мантию наружу. Соответственно, почему это важно принципиально для нас? По той причине, как я сказал, с материками, с плитами и с их движениями тесно связано определение земной системы координат, о которой я говорил на предыдущей лекции. Поэтому нам принципиально важно знать не только координаты точек, которые нам фиксируют земную систему координат, но и их скорости. И, как я говорил на предыдущей лекции, плохо видно, тут вот есть темно-бордовым цветом показаны измеренные стрелки, в отдельных местах, на материках, то вот эти измеренные стрелки, измеренные скорости прекрасно совпадают с теоретическими нашими предположениями, с этими желтыми стрелочками, за исключением регионов, где вот эти плиты сталкиваются друг с другом, то есть на границе плит. Эти границы очень четко прорисованы вот здесь, на этом рисунке. Собственно, это карта землетрясений за Соединенные, показанные за несколько десятилетий, о чем также чуть-чуть позже пойдет речь. Почему я еще раз заостряю внимание на этих плитах и материках? Первое, это то, что мы обязаны четко знать скорости и координаты и скорости пунктов, которые фиксируют нам земную систему координат, которые, естественно, не могут быть расположены на воде, а располагаются только на твердых участках суши, то есть материках. И второе, чрезвычайно важное явление, это явление изостазии и определение важнейшей фигуры под названием геоид. Вот, собственно, эта картина, карта этой фигуры показана. И об этом несколько слов. Собственно, эта фигура определяет нам гравитационное поле Земли. И по строгому определению это есть эквипотенциальная поверхность потенциала внутренних масс Земли и центробежного потенциала. То есть потенциал вот в каждой из этих точек на поверхности вот этой хитрой фигуры одинаков. Здесь показана связь вот этого геоида с двумя геометрическими фигурами и эллипсоидом, параметры которого стараются выбрать так, чтобы он был как можно более ближе к геоиду. И идеальной сферой, которой в самом начале мы моделируем поверхность Земли. Связь между этими, про сферу, от сферы мы уже давно отказались, а вот что касается эллипсоида, то это тоже важнейшая так называемая референсная фигура, параметры которой используются при всех расчетах как в геодезии, так и в астрономии. То есть с выбранным эллипсоидом, а таковых реально сейчас два основных, это американский VGS-84, параметр которого используется при всех расчетах GPS вычислениях и приложениях, и российский PZ-90, то есть параметр Земли 90-го года с небольшими изменениями, который используется в расчетах с ГЛОНАССом. То есть сразу можно понять, поскольку параметры разные, то координаты одной и той же точки,
измеренные в геодезических координатах по системам GPS и PZ-90, они будут разными. Ну, это причины, опять-таки, разные тут, связанные в основном с оборонными делами и засекречиванием разных координат разных там объектов. Но не суть важно. Главное нам следующее знать, что эллипсоид определяет нам математические координаты, связанные именно с параметрами эллипсоида. А геоид нам определяет астрономические координаты, параметры, связанные с гравитационным полем Земли, то есть с отвесной линией, которая, вот если провести ее в любой точке, будет перпендикулярна всегда поверхности геоида. Именно, опять-таки, с этим связаны ряд оборонных задач, поскольку ни одна ракета не полетит. Вот тут спрашивал меня по поводу точности наших ракетных систем. Так вот, ни одна ракета не полетит до тех пор, пока неизвестно будет параметр геоида в конкретном месте пуска. Именно поэтому в нашем институте с середины 50-х годов была организована постоянная, так называемая постоянная гравиметрическая экспедиция, целью которой было секретные экспедиции в разные районы океана мирового с целью измерения гравитационного поля Земли. Ну так вот, переходя снова к геоиду и важности этой фигуры, почему нас она так занимает? И почему так важны вот эти полные карты, то есть полное распределение поля по всему земному шару? Но дело в том, что вот тут разным цветом выделены поднятия и возвышения над неким средним нулевым уровнем. То есть, ну, точнее, проще этим нулевым уровнем считать как раз вот поверхность опорного эллипсоида. Так вот, оказывается, что разница между вот этими самыми высокими и самыми низкими высотами на этой фигуре составляет всего-навсего порядка 150 метров, в отличие от физической поверхности, где разница составляет на Джомолунгве 8 километров и в Марианской впадине 11, то есть почти 20 километров. Так вот, причина этого кроется в следующем. Так называемым явлением изостазии. Как я сказал, собственно, все материки представляют собой что-то типа айсбергов, плавающих на поверхности коры, которая, в свою очередь, имеет разную толщину. Под океанами это порядка 5 километров, и под материками порядка там, десятков километров. Именно это есть, собственно, аналог айсберга, то есть невысокая макушка и более глубокая часть, которая лежит у айсберга под водой, но у нас, соответственно, под корой. Поскольку плотность материков порядка 2,3-2,4 грамма на сантиметр в кубе, тогда как плотность коры я показывал чуть выше. Иными словами, мы имеем, что называется, компенсацию веса в данном конкретном регионе. Полный аналог вот этой картинки был использован при строительстве главного здания университета, когда был котлован, то есть вырыт котлован и выбрано ровно столько грунта, сколько весит само здание. То есть, иными словами, здание не дает никакой дополнительной нагрузки на грунт, в отличие вот от тех карандашей, которые вот ставят сейчас по Москве. Вот. Это явление изостазии, и поэтому из-за такой малой разницы высот геоида относительно эллипсоида мы делаем важнейший вывод, что гравитационное поле или форма геоида отражает особенности внутреннего строения Земли. Иными словами, вот эта карта есть не что иное, как какие-то течения или неоднородности мантии. Те самые потоки вещества, которые
либо поднимаются, либо опускаются из ядра, и которые фактически приводят вот, к движению материков на поверхности коры. Для того, чтобы получить подобные карты, я как раз и хочу рассказать о нескольких проектах, которые были выполнены буквально несколько лет назад, для того, чтобы построить вот такие глобальные карты распределения гравитационного поля, и причем карты с высоким разрешением. Реально, ну, не знаю, насколько достоверно, это надо, в общем-то, анализировать, но реально до гравитационное поле Земли, здесь вот в этом, на этом рисунке, раскладывается до гармоник, не соврать бы, 2500, то есть порядка 2500. Иными словами, нужно, если поделить на квадратные градусы, то мы получаем разрешение несколько километров все на все. Вот. Для выполнения этой задачи была реализована так называемая миссия GRACE, это NASA. Два спутника близких на расстоянии примерно 200 километров, координаты которых определяются независимо с помощью системы GPS, лазерных средств и так далее. Но главной измеряемой величиной это является расстояние между двумя спутниками с помощью микроволновой линии связи. Поскольку спутники летают на очень низкой высоте над поверхностью Земли, с тем, чтобы как раз измерить гармоники высокой степени. Но, с другой стороны, это означает, что время их жизни очень мало, поскольку они очень быстро тормозятся атмосферой. Хотя, тем не менее, вот время заявлено 5 лет, но реально так и было, поскольку они периодически поднимали орбиту с помощью двигателей. Но это не есть хорошо, поскольку речь идет, как я дальше покажу, не только об измерении поля, гравитационного поля, но и о его изменениях. Чрезвычайно важно. Ну вот, эта миссия чрезвычайно успешной оказалась. По-моему, в прошлом году американцы ее, что называется, протестировали и использовали для определения гравитационного поля Луны. То есть она здесь была Грейс, а там была Грейл. Что значит вот это отразить лунные достижения. Ну вот. И именно вот этот эксперимент позволил нам очень детально получить параметры гравитационного поля Земли, а также и его изменения во времени, о чем чуть позже покажу. Ну и не аналог, а некое продолжение этой работы, это уже спутник ГОЧИ, проект Европейского космического агентства, построенный по немножко другой технологии. Так, ну, наверное, лучше видно, да? Ну, еще так, слов. Значит, спутник, два спутника вот такой интересной формы, специально построены для изучения гравитационного поля. Но идея понятна, поскольку они летят по геодезической, и, соответственно, их траектория повторяет, собственно, форму гравитационного поля. Поэтому, измеряя между ними расстояние, плюс зная их абсолютные координаты, можно восстановить как раз параметры гравитационного поля из вот, измерений. Проект очень немножко по другой стратегии реализован, а именно на борту спутника расположены три акселерометра, то есть по трем координатам. Что это такое? Внутри этого акселерометра имеется некое пробное тело, и, собственно, измеряется движение самого аппарата относительно пробных тел. Результаты также впечатляющие. Сравнение двух полей, полученных по разным проектам, дает очень хорошие согласия даже для высоких гармоник, что подтверждает именно качество и достоверность результатов именно касательно
гармонику высокой степени, то есть высокого разрешения. Здесь показана работа китайских коллег наших, которые, используя вот результаты GRACE, восстановили в течение ряда лет, плохо видно, пятый, шестой, седьмой, восьмой год, то есть за 5 лет, изменение поля вот в этом интересном регионе. Четко видно, вот они здесь и пишут, что вот под, то есть относительно 2000, то есть вычисляют изменение поля относительно 2003 года. И четко видно вот это вот район Гималаев, изменение гравитационного поля, конкретно уменьшение, то есть подъем Гималаев, ну, соответственно, вот ускорение подъема Гималаев. И тот, их заинтересовало в том числе мощное землетрясение в Южном Китае, вот оно здесь видно, как гравитационное поле меняется вследствие такого события. Еще чуть раньше подобную же картинку нарисовали американцы после землетрясения на очень большой интенсивной вблизи Суматры. И также видно значимый результат, то есть подъем очень больших масс вследствие гигантского землетрясения по размеры тут несколько тысяч километров. Ну, после чего, знаете, была масса жертв вследствие цунами. Но в гравитационном поле это отразилось такими значениями. Так, теперь несколько слов о этике, таком явлении, как нутация Земли, и о вращении Земли как планеты. Поскольку, опять-таки, с вращением Земли и с движением оси в пространстве тесно связаны параметры вот этого движения. Именно для построения модели движения оси в пространстве нам необходимо знать строение Земли. Но идея и идея этого явления показана здесь, на этой рисунке, то есть несовпадение оси вращения Земли с плоскостью орбиты, ну, в качестве притягивающего тела, может быть, Солнце или Луна. Реально, как я показал на первом слайде, именно Луна оказывает определяющее действие на как раз нутационное движение Земли. Вот несовпадение плоскости орбиты тела, ну, Луны либо Солнца и экватора Земли, плюс вот форма, эллипсоидальная форма Земли приводит к тому, что ось вращения Земли начинает описывать, помимо прецессионного движения медленного, вот такое колебательное движение. Ну, здесь примерно в масштабе показано это движение с периодом примерно 18,5 лет, ну, с амплитудой по осям 18,5 секунд, ну и 9 с небольшим секунд. Главная гармоника, на которую накладывается годичная, полугодичная, суточная, полусуточная. Реально, вот в этой теории в последние порядка 1500 гармоник входит. Ну и исторически эта модель трансформировалась от модели абсолютно твердой Земли, которая, ну, была просто чисто математическим построением, поскольку чрезвычайно далека от реального строения Земли. Наконец, качественный шаг был сделан Пуанкаре, французским математиком, который добавил однородное жидкое ядро, и сразу математическая эта теория стала иметь очень хорошее физическое соответствие реальной Земле, поскольку различия прекрасно, вы знаете, в бытовом примере вращение сырого яйца и вареного яйца, когда разница
между этими двумя вращениями, ну, четко видна. Наконец, следующий шаг – это модель Международного астрономического союза 80-го года. Мы жили и использовали эту модель примерно 20 лет. Здесь была уже упругая мантия и народное жидкое ядро. То есть упругость мантии также значительно поменяла свойства этой модели и привело к значительно лучшему соответствию модели, то есть теории и наблюдений. И, наконец, недавняя модель, это совсем очень сложная модель, в которой уже учитываются и вязкие свойства мантии, ядра, введено внутреннее ядро, а также магнитовязкие силы сцепления между ядром и мантией. Вот что дает нам, исходя из чего было как раз решено было разрабатывать новую теорию 2000 года, почему не удовлетворяла уже теория 80-го года. Ну вот здесь как раз показана разница между наблюдениями и этой моделью. Ну, видны, во-первых, долгопериодические какие-то изменения, плюс годовые изменения, плюс там более мелкие 13-суточные, 27-суточные. Ну и удивительно, но факт, качественное изменение и качественное согласие наблюдений с новой теорией удалось добиться изменением лишь одного параметра. То есть изменение, то есть согласие наблюдений улучшилось сразу на порядок, только лишь за счет изменение сжатия границы ядра и мантии. То есть достаточно было увеличить экваториальный радиус ядра на 500 метров примерно, и согласие наблюдений и теории улучшилось на порядок. Как это интерпретировано? Ну, интерпретировали так, что сжатие больше ядра приписали тому, что вот такое сжатие было миллиарды лет назад, когда началось затвердение нижней мантии, и потом, соответственно, верхней мантии за оставшиеся 2 там, и больше миллиардов лет из-за уменьшения скорости вращения Земли успела отреагировать и принять меньшее сжатие, тогда как нижняя граница сохранила свойства более быстро вращающейся Земли. Ну и, наконец, после такого качественного улучшения согласия с наблюдениями, а наблюдения здесь, ну, начинаются где-то там с 84-го, ну, с 80-го года, реально нормальные с 85-го-6-го, это наблюдения на радиоинтерферометрах с отследованными базами как раз за примерно 20 лет до 2000 года уже накопились достаточно длинный ряд, то есть 20 лет и основной период, как я сказал, как раз и составляет 18,6 лет, когда был накоплен полный период нутационного движения, удалось создать новую теорию. Первое – это вот радикальные изменения путем вот сжатия границы, и еще в 2-3 раза за счет улучшения параметров вязкости мантии, ядра, оценки вязко-упругих сил. Но тут следует сказать несколько слов вот о чем. Реально мы измеряем лишь две величины, два угла, но в модель нутации входит несколько десятков, ну реально десяток параметров, которые качественно меняют свойства при переходе от модели 80-го года к 2000-му, то есть от упругой к мантии, вязкой упругой и так далее. Соответственно, ряд моих коллег, ну, если использовать термин спекуляции в хорошем смысле слова, попробовали поварьировать эти параметры с тем, чтобы как можно лучше подогнать теорию наблюдений. Но опять-таки тут надо иметь в виду, что
как я сказал, измеряем всего два параметра, а вот таковых параметров, которые нам определяют свойства теории, порядка десятка. То есть, естественно, можно варьировать эти параметры, но, конечно, надо варьировать с умом, а именно используя какие-то другие представления из геофизики, сейсмики, магнитных измерений, с тем, чтобы эти параметры были в каких-то разумных пределах. Тем не менее, что мы имеем в результате? Имеем мы вот такую такую картинку и мультик. В результате нутационного движения ось вращения движется в пространстве и описывает довольно сложную кривую на небе, которую сейчас нарисуют, которую мы реально, естественно, не знаем, но на основе представления о строении Солнечной системы, ну, конкретно эфемерид Солнца, Луны, ну и в том числе планет, вот эту вот кривую реальную мы описываем некой более гладкой кривой. Ну вот, условно говоря, это модель 80-го года. Ну а в результате улучшений этой модели мы получаем вот такую зелененькую картинку. Ну реально, если перейти к точностям, то, конечно, разница между зеленой и синей кривой, ну, на таком масштабе она, конечно, не будет даже видна. На картинке это так условно показано. Вот. В результате вот всех этих улучшений мы имеем разницу уже такого вида, то есть разница в пределах меньше 1 миллисекунды, а там было порядка, как помните, 20-30, то есть улучшение 30-кратное за счет вот усложнения нашей модели. Теперь, если на эти картинки поглядеть, то четко видны здесь гармоники, которые, понятное дело, поскольку это есть модель наблюдения, теория наблюдения, то это есть, собственно, некий эффект, который в нашей теории не учитывается. И это сейчас как раз есть некий новый вызов астрономам, поскольку это явление так называемой почти суточной нутации, и связан он, это явление, оно, вернее, связано с наличием жидкого ядра. И эта полость дает нам в математическом смысле новую резонансную частоту, а в физическом смысле новую гармонику в колебаниях. Причем по теории эта гармоника свободная. То есть она будет существовать, ну, параметры только меняться будут, для любого вращающегося тела с жидкой полостью. То есть это явление присуще любому телу, но эта гармоника, то есть это колебание в теле с вязкой мантией, как у Земли, должно затухать. Проблема в том, что это явление должно затухать в связи с тем, что энергия этого колебания должна диссипировать или расходоваться за счет вязкости мантии. Но оно прекрасно существует, и, соответственно, причиной возбуждения этого колебания, то есть должна быть причина возбуждения, иначе оно бы когда-то затухло. То есть для того, чтобы дальше продвинуться, и для того, чтобы дальше мы могли это явление описать теоретически, мы должны каким-то образом вот в нашу теорию ввести вот эту модель возбуждения. Подчеркну еще раз, зачем, что-то подробно говорю об этом, зачем это все нужно. Итак, у нас, возвращаясь к предыдущей лекции, у нас есть две основных системы координат.
земная система координат, которая вращается вместе с Землей, и все вычисления наши на Земле мы делаем как раз в этой системе координат. Но наблюдаем мы это наблюдение в негалактических источниках, в квазарах. То есть источников расположено бесконечно далеко, и эти как раз источники фиксируют нам небесную систему координат. Иными словами, что переход от небесной системы координат основной к второй основной, к земной, лежит через как раз вот вращение Земли и через модели или теории. Теории нутации, которые связаны как раз с конкретными моделями строения Земли. То есть, изучая нутацию, ну и связанные с ней явления, мы делаем две полярных задачи. Практическую – это преобразование между двумя системами координат, что жизненно необходимо для полета тех же ракет к врагам. И вторая – это фундаментальная задача по изучению, собственно, строения Земли и тех явлений, связанных со строением Земли, которые пока мы описать, увы, не можем. Ну и цель, естественно, если мы хотим повышать точность преобразования координатных и, соответственно, решения навигационных задач, лежит, опять-таки, через точность моделирования. Поскольку любая теория нужна нам для того, чтобы описать то или иное явление. Если мы его не можем точно описать, ну, соответственно, не можем и конечную задачу точно решить. Ну, если конечная задача у нас навигация, ну, соответственно, вот эти все ошибки, они нам как-то и приведут, ну, к ошибкам в решении нашей конечной задачи. Ну и, наконец, да, уже я достаточно говорю, о нескольких выводах. Как это ни странно, вот, когда это рассказываешь, удивительно становится. Астрономические методы, то есть наблюдения вне галактических источников, квазаров, позволили нам сделать, собственно, решительный шаг в уточнении строения Земли. Конечно, сама вот та структура, она получена из геофизических, ну и, наверное, больше из сейсмических методов, но уточнение структуры строения Земли, уточнение параметров ядра и вот вязка вот этих магнитных характеристик, что удивительно, как раз позволили сделать астрономические методы. Ну и дополняют эти методы, конечно, космические методы, о которых вот те проекты, о которых я рассказал, которые позволяют построить гравитационное поле Земли с высокими разрешениями. И опять-таки, это те модели, построенные гравитационного поля, они отражают как глубинные параметры, то есть глубинные строения, то есть течение в мантии, ну и также, которые достаточно медленные, это тысячелетия, может там и миллионы лет, и более быстрые изменения, это уже годы и там единицы лет, связанные с таяниями ледником, землетрясениями, с наводнениями, и это даже видно сейчас. В результате вот все эти методы, астрономические и космические, позволили нам сейчас достичь резкого повышения точности навигационных задач, опять же, построения теории вращения Земли, определения параметров вращения Земли, которые вот входят как раз в то самое основное преобразование небесных координат и земных координат, ну, либо в таком направлении, либо в обратном. То есть прогресс за вот эти 30 лет использования РСДБ, ну, примерно тысячекратный рост точности. И в ближайшие десятилетия ожидается еще примерно рост точности на порядок, ну, в связи с разработками новых сетей РСДБ, специально предназначенных для изучения вращения Земли и, соответственно, решения и практической задачи, и фундаментальной задачи, связанной с построением моделей строения Земли и влияние этих моделей на теории нутации, прецессии. Все, спасибо за внимание. Известно.
в мантии Земли вода находится в связанном состоянии, получается, ну, с каменной породой, которая расплавлена в мантии. И процентное содержание как раз воды в самой мантии превышает количество воды в Мировом океане. Ну, это я вот тоже прочитал об этом неделю или две назад. И мое предположение, что как раз это возможные оценки этого явления, влияние его, могут как раз из вот этих наблюдений получены. То есть разумно моделируя те параметры, которые входят ну, в очень сложные уравнения, описывающие движение оси, там есть ряд коэффициентов, которые зависят от вязкости мантии. Ну, вот если чуть попробовать поварьировать, поскольку вода в мантии приводит каким-то к нарушениям ее упругости, то есть вязкости. Соответственно, можно попробовать разбить эту мантию там, на несколько слоев и каждому слою там, приписать какие-то свои свойства. Но повторяю, все это на уровне, повторяю, спекуляций, хорошего слова, в хорошем понимании, в том, что мы измеряем, еще раз говорю, два параметра всего, два угла. Но эти углы зависят от десятка параметров. Соответственно, между ними должна быть какая-то, ясное дело, связь. Поэтому надо как-то их разумно менять, эти параметры, чтобы... А разумно это означает, что у нас должны быть какие-то сведения об их истинных значениях, или хотя бы там приближенных значениях, откуда-то из других областей, там, геофизики, там, сейсмики, магнитных изменений. На самом деле подобные работы выполняются и делаются, поскольку наблюдения очень точные. И более того, сейчас уже с 2000 года еще практически накопилось еще целый период. То есть уже мы имеем два периода нутационных. Поэтому как раз вот эти вот основные гармоники, 18 лет, 9 лет, они будут определены с большей точностью. То есть их надо будет подогнать по некой теории, по некой модели к измерению. Пожалуйста, вопрос. По вот этим вот, скажем так, по спортивным спутникам, то миссии, да, которая, да, которая сказать, вот, позиционирование космической, наземной, лазерной. Вот, и получается то, что траектория повторяет в какой-то степени гравитационную. Да не в какой-то, а именно повторяет. То есть они летят по геодезической. Ну, какой-то идеальной траектории вот такой, да, в общем-то, да. А вот именно по такой вот. Да, да. Причем если в течение, скажем, витка, там, ну, нескольких витков, гравитационное поле изменилось вот в этом районе, в котором они пролетают. Они, естественно, по другой траектории пролетят. Если бы выше была бы, вот это могло здесь. Ну, просто, естественно, просто мелкие гармоники малого размера на более высокой частоте. Пропорциональном расстоянии. Абсолютно верно. Поэтому стараетесь их низкую орбиту выбрать. Но низкая орбита – это короткое время существования. Это оптимум. Ну и оптимум. Если поднимать, то это уже, говорю, нарушение некого. Тогда надо как-то очень точно моделировать. Нет, все я имею в виду, сами все спутники, они же не они уже поднимают периодически. Вот я и говорю, что это нехорошо, поскольку это нарушает, важно не только задача померить поле, но и изменение поля померить. Так, еще вопрос. На Луне это было здорово, там нет атмосферы, и поэтому они летали, по-моему, на высоте 50 километров, но все равно это не хватило там, 3-4 месяцев, чтобы поле построить с очень высокой точностью и детальностью, поскольку это низко летает. Пожалуйста. А можно вопрос не по теме, но все-таки к Земле как к планете. А вот за время эволюции земного шара размер, если менялся, то как? Потому что она такие странные связи встречаются. Значит, вот я много раз уже говорил про земную систему координат, так называемую ИТРФ. Так вот, основной принцип, как я сказал, это получение скоростей станции, которые фиксируют эту систему. Так называемые условия отсутствия глобального вращения. Расширение. Подождите. Пока отсутствие глобального вращения. То есть поле имеет случайный характер. То есть кора не имеет глобального вращения. То есть, по отношению к... Мы сидим на коре. И, соответственно, мы считаем, что кора насмерть приделана к мантии. И, соответственно, кора не имеет
глобального вращения вследствие деформации. То есть мы четко фиксируем реальное вращение Земли. Так вот, это поле деформации, оно меняется, как выясняется. Поэтому есть несколько реализаций вот этой системы, ИТРФ, там, 1990-го, сейчас вот 2008-го, 2005-го. И, соответственно, каждая из этих систем, она чуть-чуть повернута относительно предыдущей. Вот эти все параметры известны, они опубликованы. Но к этим трем параметрам, три угла вращения, добавлены еще три угла, три координаты смещения центра и еще один параметр масштаб. Так вот, если посмотрите, масштаб всегда положительный от ранних к более новым. А что означает? Ну, как, вроде как расширяется. А если вот на всю историю как бы экстраполировать? Вот, не, ну надо посмотреть, я просто не помню так. Но на память это все вот эти вот коэффициенты, вот это вот там параметр D, так это как бы называют, масштаб, он все время положительный. От ранних к более молодым. Просто приводятся такие коэффициенты, в которых... Не-не-не, ну там надо просто посмотреть, там, конечно, это... Чуть ли не в разы, во что поверить совершенно невозможно. Речь идет о, конечно, там 10⁻⁹. Там. А мне встречалась какая-то любительская работа, где расширение Земли объяснялось расширением по Хабблу. То есть, повторяю, это реальный измеримый эффект, измеряемый эффект, и он оценивается очень точно, поскольку с каждым Новым годом возрастает число станций. Опорных, реперных. А причины тогда какие? Ну как причины? Ну это уж разные могут причины придумывать. Нет. Тут типа выпадение там вещества там. Ну с веществом тоже, кстати, был такой же вот малонаучный вопрос, потому что понятно, что вещество. Не, ну опять же, можно другой придумать пример. Все же я сказал, это сидит на этих самых на материках, которые можно просто придумать, что все материки там просто Земля расширяется как бы там изнутри, там поднимается это. Энергии требуется для расширения. Так, пожалуйста, вот оно, ядро жидкое. То есть вот эти, я показал же карту героя. Ядро вот эти... должно тормозиться. Ну, а так оно и есть. За счет этой энергии материки могут всплывать. Все правильно? Да. Вот, ну нет, у меня этой картинки, ну может и есть на самом деле. Сейчас, минуточку. Сейчас, минуточку. Да. Кстати, я вот говорил про любительскую идею о расширении по Хабблу Земли. А на самом деле, я уж открою тайну, на самом деле это показывает квалификацию нынешнего директора Дураканской обсерватории. О, хорошая картинка, замечательная. Вот, глядите. С другой лекции у меня. Вот, изменение скорости вращения Земли. Чуть-чуть. Подвиньтесь. Не загораживайте солнце. Вот. Изменение скорости или изменение продолжительности суток или скорости с 80-го по 2000-й год. Вот здесь вот. Неожиданно, продолжительность суток уменьшаться стала, то есть неожиданно Земля стала ускоряться. Вот почему это произошло? Вот примерно 15 лет было такое явление. Сейчас вот снова начало замедляться. То есть предполагается, что это связано как раз с жидким ядром. То есть если там что-то там из твердого ядра вдруг всплыло, легкая какая-то фракция, соответственно, она поднимается кверху, и, соответственно, скорость вращения стала больше. А можете, пожалуйста, сжатие на полюсах, на северном, сжатие больше, чем на южном, это как-то учится? Так, ну это... И потом форма Земли больше как бы похожа на вышивение, на картофель, ну, опять-таки, возвращаемся к этой карте. Ну, не знаю, видно, не видно, или как картинка просто не удается. Ну, плохо тут видно, как на этой картинке. Что тут, какую она там форму имеет. Не с той точки. Ну, а у меня нет под собой. На самом деле эти карты там в просеке там разных видах есть. Говорит, Олег, не видишь на северном полюсе?
Не, ну Северный полюс, вот он, Южный здесь. Нет, ну тут так. Левый. Не, ну что левый? Левый это просто так рисунок. А, это просто. Это, да, это, типа геоид тут. Не, это не связано. Это просто да. Это вот, вот, вот это реальная картинка, это построена из измерений. То есть, ну, четко совершенно. Вот есть в районе этого Индийского океана огромный поток легкого вещества, который поднимается из мантии. Понятно. Хорошо. Еще вопрос, пожалуйста. Не стоит говорить о химическом составе этого вещества. Что? Не стоит говорить, наверное, о химическом составе этого вещества. Не, ну, про это нет. Это я не специалист, да, и не, не буду ничего говорить. То, что общие слова, да, знаю, там, железо, никелевое ядро, да, и понятное дело, что вся наша жизнь, это, жизнь закончится, когда из твердого ядра перестанет выплавляться вот более легкие фракции. То есть, когда прекратятся движения в ядре, и значит, прекратится магнитное поле, и тогда, значит, все. Да, когда это закончится? Нет, атмосфера останется. Так. Не, ну атмосфера останется, магнитного поля не будет. Все, атмосфера защищает. Да. Я хотел еще вот, немножко добавить. Вот вы были в обсерватории старой нашей университетской обсерватории на Красной Пресне. Но там же ведущие работы, которые были в конце 19-го, начале 20 века, это как раз это измерение силы тяжести, так сказать, локальное измерение силы тяжести. Вот там как раз была найдена вот эта гравитационная аномалия, которая проходит через центр Москвы, вот так и к югу, туда, в сторону Ногинска. Это обнаружилось, когда вот сопоставляли какие-то разные методы определения координат, видели, что там не сходятся метров на 300, если брать опорные пункты в Подмосковье, и тогда уже ясно стало, что в Москве, в разных концах, причем в разных местах Москвы, положение отвесов отличается на несколько секунд от того положения, которое мы должны иметь при симметричном шаре, то есть при положении на центр. Вот тогда вот ясно было, что тут есть какой-то разлом, заполненный более легким веществом. Так что вот Москва – город, с которой сидит… Контрастов. Город контрастов сидит, город, да, таинственный город, да, таинственная аномалия. Дополнить хочу, реально? Реально у нас вот в ГАИШе вот это отклонение отвесной линии от астрономической от, от эллипсоида составляет 4 секунды. С огромной величиной. Довольно круто. Это та же аномалия, в общем-то, фактически. Ну да, потому что все измерено, известно. И да, реально, когда мы фиксируем, значит, прохождение звезды через меридиан, у нас вот это постоянно такая ошибка будет наблюдаться. Реально, если бы она еще изменилась во времени, то, соответственно, мы бы врали или ошибались как раз вот определении, да, скорости вот вращения. Тогда становится понятным, для чего требуются вот такие вот локальные измерения силы тяжести и аномалии гравитационных полей. Потому вот и почему в этих работах страшно заинтересовано Министерство обороны. Вот, поскольку вот, точное наведение космических ракет связано с расчетом их траектории в реальном, а не в гипотетическом школьном гравитационном поле, когда нужно знать гравитацию в каждой точке Земли. Поэтому вся Земля промерена в этом плане. И эти данные, в общем-то, засекречены в большей части. Вот. Не, ну и опять же это можно добавить, а сейчас еще и «Газпром» в этом заинтересован просто прямо 100%, вот, поскольку измерение поля и вот уклонение от веса при вот месторождениях, поскольку это полость, заполненная легким веществом, и там помимо гравитационных аномалий, собственно, самого значения, точно наблюдаются еще и уклонения. Да, и то вот есть совместное измерение дает однозначный ответ, даже можно построить там карту трехмерную, сейчас есть такие программы. Ваши данные используются для прогноза землетрясения? Да нет, ну конечно нет.
Это только опять-таки фантастика. Это животных. То есть реально, нет, ну реально можно как-то попробовать наоборот сделать. И реально, когда вот начинают есть такие работы. Это гравитационное поле. Не, ну там не только гравитационное поле, там меняется. Вот я не показал вот статью, другую картинку статью пытается, там приведено еще изменение положения вокруг эпицентра. Ну, видно, да, что смещаются. Но они просто, реально они, когда вот землетрясение произошло, они показывают, да, вот видите, здесь произошло. А вот реально, если вот не зная, анализировать, да ни в жизни не догадаешься. Потому что прогноз такой апостериорный после события, это одно, а вот априорный. Спасибо. Есть еще один канал информации, который как-то связывает геодезию, геодезические методы с астрономией. Но началось это с математических работ, в которых активно принимал участие еще до войны Амбарцумян. Это отражение, распространение волн в сложной или в случае оптики мутной среде, как восстановить параметры источника по отраженным волнам. Потом эти работы были немножечко преждевременные, а потом пошло направление уже такое серьезное, которое вылилось в создание томографа. Вы, наверное, знаете все, что это такое, аппарат, который позволяет по ультразвуку восстановить внутренние, видеть, буквально видеть внутренние органы. Вот. А потом, значит, этот метод в более упрощенном виде основа, начали использовать геологи для поиска полезных ископаемых, там залежи нефти, газа по характеру распространения отраженных волн, сначала в результате землетрясения, а потом в результате искусственных взрывов, которые создавались намеренно в разных местах, и сейсмографы следили за тем, с какого направления, с какой скоростью приходят волны и как они интерферируют. После этого, так сказать, американцы использовали данный метод для того, чтобы посмотреть, как устроена Луна. Они, значит, ракету просто, так сказать, разогнали и так, чтобы она ударилась со всей силой в Луну. А там уже стояли сейсмометры, которые оставили американские космонавты. Вот, и оказалось, что Луна, так сказать, гудит как колокол, очень долго не затухают колебания, в отличие от Земли. И сразу стали говорить там об вот некоторых лунных аномалиях. Но потом это все-таки объяснилось тем, что, скорее всего, в породах Луны нет никакой воды, а водяные молекулы гасят колебания, вода гасит колебания. И, ну, вопрос, вообще-то говоря, не решен, но там таким образом можно было просмотреть внутреннее строение Луны. Вот сейчас аналогичные, так сказать, работы есть и по Марсу, я слыхал. Но ситуация это на самом деле очень любопытна, потому что этот метод может быть использован, он достаточно широко используется, и в том числе может быть использован для исследования Солнца, поскольку на Солнце все время что-то колеблется, то есть есть колебания самых различных частот, которые распространяются, отражаются и от поверхности, отражаются от некоторого слоя в основании конвективного слоя, создают очень сложную интерференционную картинку, и это все наблюдается по измерениям или яркости, или доплеровских скоростей. Вот. Появилось целое направление в науке, которое стало называться гелиосейсмология. С помощью гелиосейсмологии удалось, используя те же методы, которые изучает Земля, проникнуть в недра Солнца, посмотреть, как там, вплоть до того, как посмотреть, какой там среднеатомный вес вещества. То есть уточнить параметры моделей Солнца. И более того, поскольку вот области активные, там, где есть пятна, являются такими активными гасителями колебаний, можно этими существующими методами, фактическими методами томографии, проследить за солнечными, за областями активности Солнца на противоположной стороне Солнца, которая не видна с Земли. То есть можно, так сказать, наблюдать, как там ходят эти пятна, а потом они выходят уже на нашу сторону из-за вращения Солнца, и мы видим их. Вот. То есть здесь фактически это очень быстро развивающееся направление. И вот в последние годы вот эта вот
вот эта вот сейсмология начала применяться к звездам. Это фантастика. То есть точность оценки профилей звездных линий, которые образуются в звездной атмосфере, стала настолько большой, что можно следить за отдельными деталями в профиле линии, которые перемещаются. То есть вот это современная астрономия. Ну вот, не знаю, может быть, это, так сказать, так некоторым в нове, но этим занимаются люди в разных странах, в том числе и в России. Вот, в частности, вот у нас в ГАИШе тоже есть пара человек, которые вносят свою лепту в исследование. Это мы в этих исследованиях. Но вот, немножечко, так сказать, отходя в сторону, я хотел бы обратить ваше внимание, что все то, что это говорится, это, так сказать, взрослым людям достаточно, в общем-то, достаточно понятно. Но вот как быть все-таки со школьниками и с детьми? Потому что здесь многое из того, что вы здесь услышали, узнали, еще услышите и узнаете, просто, ну, оно требует некоторых предварительного запаса знаний. И вот мне, так сказать, приходилось сталкиваться со школьниками, умненькими ребятами, неплохо учившимися, у которых, которые обо всем этом наслышаны. Но они думают, что это и есть знание. То есть для них они принимают, скажем, свою начитанность в астрономии, они прочитали все то, до чего дотянулись, за овладение знаниями. Такие люди приходят к нам, и у них дальше получается что-то вроде срыва, потому что они видят, как другие их соученики, не зная и четверти того, что знают они, лучше учатся и в конечном счете разбираются в определенных вопросах гораздо глубже. Это срыв. У меня на моем примере несколько таких есть ребят. Вот, они как похожи на всезнайки, они, так сказать, вот, не терпятся им сказать, что они это вот где-то слыхали, они это помнят. Но они не понимают, что вот, чтобы освоить это реально, еще так, чтобы можно было понимать и работать в этом направлении, нужен совсем другой уровень. Вот это очень сложно. Мы, к сожалению, на наших курсах мало внимания обращали на те классы, для которых еще недоступны понятия. И черные дыры, и кротовые норы. Не надо с ними спешить, с этими понятиями. Надо внушить им, что вот астрономия наука очень такая широкая, нам нужно базовые знания, на которые потом будет накладываться все остальное. Вот. И я не специалист по работе с людьми младшего возраста, хотя прекрасно понимаю, что максимум интереса к астрономии – это не 10-11 класс, а 4-5-6. И, конечно, там астрономические знания нужны очень даже. Вот показано, как лучи идут на Землю от Солнца и как они падают на поверхность. Вот такой три картинки. Поэтому, когда я перемещаю Землю по орбите, вот здесь видно, как меняется освещенность. И фактически здесь одновременно иллюстрируется и смена дня-ночи, и смена времен года. Причем тут эту картинку можно по-разному разворачивать. Видите, вот круг, плоскость. Здесь все это, на этих картинках все это будет учтено. Вот. Это вот как раз очень любопытная такая моделька, с помощью которой все можно легко и просто объяснить, то, что пальцами объяснить очень сложно.